Вы все прекрасно знаете, что беззаконие в России, свидетелями которого мы с вами являемся, началось сверху с власти. Потому что если власть продажна, если она не может отвечать за свои слова, то в конце концов в стране начинается хаос. Так вот, я как кандидат считаю своей основной задачей этот хаос прекратить. Естественно, у вас возникает вполне нормальный вопрос. А кто такой Александр Белов? Почему ты так уверенно говоришь о том, что ты способен на это? Я вам отвечу. За эти дни вы посмотрели по телевизору немало роликов, где люди говорили обо мне. Сколько было там? 8, 9. Этих роликов можно было снять тысячи. И вот в каждом из них люди бы сказали, что можно по-разному относиться к Александру Белову. Плохо ли, хорошо ли, но одного у него не отнять. Он никогда не поступал против справедливости и всегда отвечал за свои слова. Так вот, я отвечаю за свои слова. Дальше выбор за вами. Все. Благодарю за внимание.